Задумали крестьяне маленького сибирского поселения поставить как жизневременный памятник Ленину. Послали они делегата в Москву рассказать про эту идею. Приехал делегат в Москву и встретился ему человек. Тот ему говорит: «Добрый день, вы от командира издалека приехали?» «Всего приятного», — ответил крестьянин. «Ну как, урожай в этом году собрали хороший?» «Хороший». «Как, а с продуктами не трудно вам?» «О, мы имеем почти все». «Ну хорошо, я вижу, вы что-то хотите спросить. Что вы хотите сделать?» Тут крестьянин рассказал про памятник. «Ах, памятник, — сказал человек. — Памятник. Мы уже заложили вот такой камень для пьедестала». «Какой еще памятник? Социализм не построен». «Какой к черту памятник? Когда в стране разруха! Я категорически против каких-либо памятников! Так и передайте это вашему командиру!» «Паренек, кто это был?» «А это был сам Ленин!» «Врешь, собака! Врешь!» На электростанции. Ooh!
умереть можно.